каждое 31 число ивановские позиционеры ходят, нет, не в баню, а на площадь революции. Гражданское движение в защиту свободы собраний «Стратегия 31» хоть и поутихло немного, но в лету не кануло. Юрию Тайкову недавно исполнилось 82. Собрание на площади революции он старается не пропускать. Раньше собирались в форме пикетирования, причем, поскольку нам всем отказывали в официальное разрешение, то пикетировали поодиночке. Потом и власти стали и с этим бороться. Значит, ввели, насколько я сейчас знаю, какую-то дистанцию в 50 метров, потом еще что-то. Короче, это движение сошло на нет, а дата осталась просто для того, чтобы встречаться единомышленникам, обсуждать новости. Тихо, без лозунгов и плакатов, но оппозиционеры все же собираются каждое 31 число. Их стратегия – не привлечь внимание толпы, а тихо и мирно обсудить последние события в стране. Пообщаться в кругу единомышленников. Мы все равно будем выходить каждое 31 число, потому что здесь собрались неравнодушные люди, которым хотят все-таки, чтобы Конституция не попиралась ногами, как она попиралась сейчас. В частности, 31 статья, которая полностью отменила режим Путина. Мы все равно будем выходить, мы люди неравнодушные, а если кто-то не хочет как-то способствовать, помогать или еще как-то, то есть кого все устраивает, ну, пусть остается дома. Самим фактом своей встречи на центральной площади города оппозиционеры пытаются показать, что их протест не забыт. Конституция дает им право собираться, и никто не вправе его отнять. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.